Ура, лето, жара, и теперь мы с вами сможем чаще выезжать там в лес, на речку. И чтобы себя обезопасить, быть более уверенным в своем, скажем так, отдыхе, хочу рассказать вам вот про такую мазь Тайфу. Моя любимая, я всегда ее беру в походы с собой, в поездки. В составе очень много различных трав по запаху. Очень так хорошо слышно ментол. Значит, идеально после укусов, да, каких-то животных, чтобы снять вот это раздражение, покраснение. И также очень хорошо применять, если вдруг какой-то ушиб там. Поэтому вместе с тайфу лето покажется вообще сказочным.